Копейка 1866 года. Российская империя. Период правления императора Александра II. На реверсе монеты под большой имперской короной прописан номинал и название денежной единицы. Одной горизонтальной строкой надпись «Копейка». Слово «копейка» пошло от староновгородских монет, где был изображен воин с копьем, соответственно, копейщик. И была надпись «Копейка». Вот оттуда пошло название. Ниже указан год чеканки монеты. Дата – 1866. Точка. Под ней отчеканен знак Екатеринбургского монетного двора. Вот сейчас увеличу. Мелкие буквы Е. М. Дословно Екатеринбургская монета. Знак Екатеринбургского монетного двора. По окружности виден выступающий кант. Вдоль которого расположены рельефные элементы, выполненные в виде зубцов мелких. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, все поле монеты занимает вензель императора Александра II, императора Всероссийского, царя Польского и великого князя Финляндского. Под большой имперской короной расположена крупная буква «А». Буква стилизована. Стилизованная прописная церковнославянская. По-старому называется «Аз», то есть «Александр». Под ней расположена римская цифра 2, то есть второй, Александр II. По окружности вдоль канта выполнены рельефные элементы в виде зубцов. Вот тут видно немножко. Гурт монеты гладкий, без рифов, надписей и рисунков. Монета отчеканена из меди. Период выпуска с 1855 по 1867 год. Встречаются монеты с датой 1854. Они отчеканены в 1855 году старым штемпелем. Вес монеты 5,12 грамма. Диаметр 23,4 миллиметра. Толщина монеты. Вот я не нашел, нигде не указано. Но вот я померил. Получилось где-то 1,25 миллиметра. Чеканили монету на Екатеринбургском монетном дворе тиражом 12 миллионов 304 тысячи штук. Каталожные номера монеты уездников 3667, Биткин 361 и Конрас 217/44. Средняя цена монеты от 50 рублей в затертом состоянии, в убитом, в плохом сохране, до 1000 рублей в хорошем состоянии. Ну, такие вот случаи, как вот я нашел нью-йоркский аукцион –
в Нью-Йорке, и там просят 12 тысяч за такую монету. Ну, это дикие вообще какие-то цены, это я не беру. В общем, от 50 рублей до 1000 рублей. Конкретно эта монета куплена за 280 рублей.